Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о правильном способе использования такого средства, как аммиак, для подкормки растений. У нас на канале имеется видео о том, что аммиак вообще-то является не лучшим средством ни для борьбы с болезнями растений, ни для подкормки по различным причинам. Однако же, все еще остается довольно приверженцев использования данного средства в качестве удобрения. Просто взять и налить столовую ложку аммиака в ведро воды для пролива растений является самым неудачным способом использования этого удобрения. Связано это с тем, что аммиак, как вещество само по себе, является очень летучим. И несмотря на то, что продается оно в виде 10% раствора на шатырный спирт в виде аммония или же 30% более насыщенного раствора, все равно аммиак покидает эти аммонии, эти растворы достаточно быстро, особенно если на улице тепло и даже жарко, особенно если вы распыляете аммиак на листву, например, с целью борьбы с какими-то вредителями. Это малоэффективное средство, хотя, конечно, что и говорить, оно не оставляет после себя какого-либо токсичного следа, в виде остаточных доз пестицидов или чего-то еще. Как бы там ни было, если вы решитесь подкармливать аммиаком, а подкармливать им надо очень осторожно, потому что даже при использовании аммонийных удобрений, например, на щелочных почвах, аммиак покидает эти удобрения, и растения могут получить аммиачное отравление, особенно в защищенном грунте. Поэтому с этим веществом все-таки надо быть осторожным. Чтобы избежать вот подобного рода неприятностей, я рекомендую вам, усиленно рекомендую, гасить аммиак кислыми субстратами, какими-то кислыми веществами. Надо сказать, что существуют также советы по использованию аммиака для нейтрализации кислых почв. С одной стороны, с точки зрения химии, как бы в этом есть логика. Почему? Потому что аммонийные растворы, аммиак, в растворе является щелочью. Вот я вам сейчас это продемонстрирую. Я развел самое обыкновенное смородиновое варенье и налью сейчас сюда. Он воняет, конечно, поэтому работать надо только на улице. Налью сюда 1 столовую ложечку аммиака. Посмотрите, как поменялся цвет с розового на такой вот темно-зеленый. Это работают антоцианы. Антоцианы. Вот он, зеленый такой сделался, призеленый. Это свидетельствует о том, что аммиачные растворы являются щелочными, поэтому многие советуют их использовать для раскисления почвы. Однако совет очень опасный, потому что избыток аммония в почве почвенными бактериями достаточно быстро перерабатывается в нитрат. А поскольку мы вносим аммиак в чистом виде, не в виде аммонийных солей, а в чистом виде, этот нитрат представляет из себя азотную кислоту, и почва очень резко закисляется. Вместо защелачивания мы наблюдаем в таком случае закисление почвы. Поэтому совет этот довольно-таки вредный. То же самое происходит, когда мы вносим аммоний совершенно в чистом виде. Я вам рекомендую для того, чтобы снизить потери аммония, аммиака из аммония, из этих растворов при испарении, чтобы исключить аммиачное отравление растений. Погасить этот раствор. Погасить его можно, например, обыкновенным 9% столовым уксусом. Вот давайте посмотрим, сколько нам этого уксуса понадобится на 1 столовую ложку аммиака. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, слушайте, пол ролика буду считать, 13, 14, 15, 16, 17. Вот уже имеем нейтральную реакцию.
18. Примерно 18 столовых ложек 9% уксуса необходимо для того, чтобы нейтрализовать 1 столовую ложку 30% раствора аммиака. Или же в 3 раза меньше для того, чтобы нейтрализовать 1 столовую ложку 10% нашатырного спирта. Таким образом, когда вы используете растворы аммиака для подкормки растений, пожалуйста, используйте вот такое количество уксуса. Вы также можете использовать 1 столовую ложку на ведро воды сухой лимонной кислоты. Вы также можете использовать 1 литр молочной, кислой молочной сыворотки. Это тоже хорошее средство для нейтрализации аммиака. Вот таким способом вы легко можете нейтрализовать аммиак, а есть еще один. Это мой любимый монофосфат калия. Вы можете взять 1 столовую ложку также монофосфата калия, и вы получите комбинированное, растворимое, легко доступное для растений азотно-фосфорное удобрение в таком случае с нейтральной реакцией раствора, которая подойдет абсолютно для всех растений. Вот такой вот раствор, 1 столовая ложка 30% аммиака плюс 18 столовых ложек 9% уксуса, либо 1 столовая ложка аммиака и 1 столовая ложка сухого порошка монофосфата калия будут замечательным удобрением, которое может вноситься в дозе от 0,5 литра до 1 литра на одно растение, от 1 ведра до 2 ведер на квадратный метр, в зависимости от фазы роста растений, чем моложе растение, тем больше им надо азота, либо от состояния почвы, насколько там почва обеспечена азотом. Что ж, надеюсь, этот совет поможет вам правильно пользоваться вот такими вот удобрениями, такими способами подкормки. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья и процветания. Всего хорошего!